Второй день недели российского ритейла. Мы разговариваем с нашими гостями. Арсений, скажите, что вы тут делаете, какие ваши цели, какие ожидания от недели? Здравствуйте. Представляю компанию Horse Санкт-Петербург. Мы производитель автотоваров с 1994 года. Делаем щетки, ленты стеклоочистителя. Наши товары представлены в достаточно широком ассортименте сети. Это Ашан, Пятерочка, Окей. Сейчас хотим, соответственно, заключить новые договора, хотим развития. Аудитория, которая здесь бродит, она является вашей целевой? Найдете ли вы здесь контрагента в будущем? Безусловно, конечно. И как в целом от впечатления от экспозиции? Вот вы погуляли по выставке, увидели экспонентов. Как вам качество и количество представленных брендов? Ну, вы знаете, достаточно широкий ассортимент, да. Еще не до конца прошел всех. Вот, поэтому будем еще смотреть. Не переключайтесь, скоро включение с новыми гостями.